работу, моя клиентка опаздывает. Не опаздывает, она просто забыла. Я уже смотрю, уже 13 минут, я ей звоню, естественно. Где, дорогая? Забыла, говорит. Короче, пока у меня есть время, я уже прибралась к клиенте. Я решила остаться у улиток. Дело в том, что когда я... Да, она уже прошлась. Тут уже слезь мне. Болела засранка такая. Прям волос. Мне нравится почему-то по волосам шариться. Давайте я сюда посажу. Давай. Короче, поставила я себе татушку в прошлом видео. Рону Фех. И загадала себе, что значит на 2 недельки, если солнце бешеное. Если у меня, значит, за 2 недели что-то добавится, какой-то прибавочка какая-то, либо в материальном плане, либо это будет клиентка, либо урок не запланирован, либо еще что-то. Потому что тут надумает мне кучу денег вырасти. И я, значит, нанесла эту руну себе на руку. И на следующий день я вспомнила про улитки. Не вспомнила, а прям мне захотелось их очень сильно вспомнить. А они у меня спячки были. Я, значит, взяла и их это помыла, активировала, скажем так, чтобы они активно двигались, чтобы просыпались. Покормила их листьями салата, капусты. Вот сейчас огурчиком еще покормила. Ну, что вы думаете? На следующий день буквально мне звонит моя старая давнишняя ученица, она у меня ламинированная ресница обучалась, и говорит мне: маме нужна улиткотерапия срочно, она у меня артистка, она у меня звезда, поет на сцене, и в общем ей надо быть красивой. Ну и все, и тут же мы на следующий день назначили встречу, и вот как бы вот она, новая клиентка моя. Может, это так просто совпадение, может быть, это и почему бы нет. Лучше думать, что это все-таки феху моя помогла. Ну и вот, пока клиентку жду, решила этих улиточек, принесла их на работу. Решила их, я так хитро-хитро сделала, я намазала огурчиком. Они очень любят огурчик, очень-очень. Из всех продуктов выберу сначала огурец. Вот, я так себе помажу-помажу. Она-то думает, что это огурец. Вообще молочко, но я пробовала молоко и сливки мазать на лицо, но они не так это едят с удовольствием, как огурец. Поэтому я решила, что лучше смазывать лицо огурцом, ну, после обработки полнейшее. Закрою дверь. Бешеное солнце, тут у меня солнце хорошо, конечно. Вот они у меня ползают, а остальные разбрелись по моей раковине. Вот они шарятся тут. Так вот они там ползают. Вот я их помыла. Они чистенькие от просто кокосовой стружки. Стружку сушиться поставила, просохнуть хорошенько. Хотя она... А вот теперь она мне лезет в глаз. Ну что, глаз высосать хочешь? Ой, кино. Она прям лезет в глаз. Смотри, как он у меня додвинулся. Ты что с меня, урода, делаешь, что ли? Эй! Ешь глаз. Ой, так хорошо. И сейчас надо самой вспомнить про них. А то люди вспоминают, а я забываю. Вот так вот. Она сейчас сюда ползет, поплывет по этим морщинкам. Естественно, она тяжелая, у меня кожа оттягивается. И так как бы уже она от гравитации у меня сползает вниз. Ну вот. Так что жду клиентку. Заодно делаю себе процедуры. Да, иди в сторону, а то у меня глаз как у зомби. Жду вас всех. У меня на канале. Там внизу пишите комментарии. Ну, напишите что-нибудь уже. Чего вы все обсуждаете это втихаря? Вот один начнет только что-нибудь обсуждать, второй подсоединится. Вот тогда начинаются комментарии. А пока никто не пишет, все почему-то стесняетесь. Не стесняйтесь к вам подсоединяться. Пишите, пишите. Колокольчик нажимайте, чтобы узнать, что будет в следующем. А в следующем я выставлю скоро глубокое женское бикини. Это для тех драчунов и мальчишек-шалунов. Хотелось мне все-таки это выставить для
нормальных девчонок, которые делают шугаринг, подучить, чтобы как надо сделать там, потому что это очень важно, и мало кто умеет это делать. Получается так, что я что поделать, могу, раз мужчины смотрят эти каналы. Я захожу на каналы мужчин, которые неодноразные пишут такие отзывы, неоднозначные. И смотрю, что у них на канале море таких же шугаристов, и кто-то там белье показывает, а еще что-то. В общем, если я не поставлю, они всегда найдут, где это найти. Интернет полон этим всем. Единственное, почему у меня ставят это на канале, хочу сразу сказать. Потому что я ставлю ограничения по возрасту. Поэтому меня не удаляют с канала. Потому что видят эти ролики только мои подписчики. И те, кто ищет такие ролики с бикини, с писюльками всякими открытыми. Поэтому вы и попадаете на канал. Да, они идут в рекомендациях, может быть, где-то там. Но в открытом доступе, так, чтобы все их видели, так нету, по-моему. Только тот, кто ищет. Поэтому есть ограничения по возрасту у меня на моих видео. Так что вот так вот. Это там обсуждение, смотрю, у меня полный рост. Зачем, да почему? Это мой канал. Я могу здесь оставлять. Меня и так уже блокировали из-за того, что от незнаний моих. А теперь я стала полнее, я стала уже делать ограничения по возрасту. Если вы поставите на своем канале, кто-то там хочет выставить по открытые тела, которые нельзя, я так понимаю, что YouTube не разрешает даже выставлять мужскую грудь, просто открытое тело. Он постоянно блокирует, не блокирует, а ставит ограничения по возрасту и как-то пытается все это скрыть. Не всегда правильно он делает, не всегда. Ну, поэтому существуют апелляции, которые нужно писать. Ну, ты полезла опять. Да, здесь вот мой прыщик есть. Давай, поехала. Так что вот так. Всем пока. Увидимся, услышимся. Один важный документ, вот обрезала, погрызли засранки, подлезли книжки мои, подгрызли все это, тут он еле отлепила тоже. И едят они, я так понимаю, им нравится бумага, как отрезала, теперь, ну, жрите, понять не могу, в чем дело, но решила порвать и дать им пожрать бумаги, раз им нравится бумага, что, листик кушать, ну, на, может, тебе понравится. Тут они, ага, бумагу жрет. Вот так зубчиками они это все грызают. Нравится им бумага зачем-то, не знаю почему. Она прям ее грызет. Все. Кулитка ест бумагу. Что вас тянет, думаю, все время к моему дневнику? Кусок документа отгрызли, пришлось мне их отрезать аккуратненько. Угу. Сама она это все делает. Кого здесь нету? Грызает бумажки, надо поесть. Ну, что-то значит, у них там есть в этой бумаге, раз не хочется ее. Ай, капец. Ешь, не буду мешать тебе. Тоже бумажку дать? На, обсосала. Уже все мокрая бумажка. А курицы не едят. Грызли и все. Середку сама. И это жрет бумагу. Что ж там такое? Древесина? Может быть, и не древесина? Может быть, им палку дать? Я не подумала.
Бумага чистая, А4, хорошие чистые листья, без всякой химии. Вот, наверное, надо какую-нибудь деревяшечку подложить. Кушай, кушай. Кушай, дорогая, давай. Ну, как зубками обгрызала все сами. И это ест бумагу. Это подтягивается до бумаги. Это тут уже ее. Все, короче, накинулись на бумагу, едят. Так, мне все тетради тут оставь их вот так вот на столе. Все тетради тут сгрызут мои. Пощупала усиками своими, где тут можно. Подъела бумажный листик. А тут что у тебя? Ты не видишь, что ты съела его, да? Это тоже слезло. Половина на тарелке. Тело, половина здесь. И это тут наяривает. Наяривает только так. Видимо, им очень вкусно. Сейчас клиентка придет, сильно не нажирайтесь. Ее там лицо надо поскрабить. Вот сейчас найдитесь в бумаге.